«Тотальный диктант» — это ежегодная всемирная образовательная акция, добровольный диктант для всех желающих, который проходит один раз в год в один день по всему миру. Каждый желающий может прийти на специально организованную площадку, сесть и написать диктант. Текст диктанта уникальный, он готовится специально для акции, и подсмотреть, погуглить его нельзя. Деле вся наша жизнь окружена текстами. Мы пишем в соцсетях, мы общаемся в мессенджерах, и зачастую наши ошибки могут немножко испортить отношение к нам окружающим. Просто в нашей жизни стало больше текстов, больше текстового общения, соответственно, мы должны больше внимания уделять этой стороне, и тотальный диктант дает возможность выявить, какие есть у человека недостатки, и таким образом я надеюсь, что благодаря тотальному диктанту люди станут писать грамотно и больше обращать внимание на свои ошибки. Наш опыт показывает, что те, кто ходит на курсы, те, кто к диктанту готовится, свои оценки год от года улучшают. И были такие прецеденты, что люди приходили, начинали писать на двойку, но год от года ходят на диктант, посещают курсы и в итоге получили свою заветную пятерку, например, в прошлом году. Важная задача тотального диктанта в том числе знакомить наших участников с хорошими русскими современными писателями, расширять их литературный кругозор. Автора тотального диктанта этого года Леонида Юзефовича мы выбрали, когда были на Байкале на стратегической сессии диктанта. Там собрался штаб, экспертный совет акции, и как-то вот наши мнения и предпочтения сошлись на нем, а уже потом выяснилось, что он в этом году получил и премию «Большая книга», которая является самой крупной литературной премии в России сегодня, и премию «Ясная поляна», и «Нацбест». Соответственно, вкусы всех людей, которые имеют отношение к наблюдению за современным литературным процессом, как-то в этом году сошлись на Леониде Абрамовиче. В тотальном диктанте очень мощная экспертная составляющая у проекта. Есть свой экспертный совет. Это ведущие филологи Новосибирской и в целом страны. К тексту составляются подробные комментарии, изучаются все словари, справочники, все возможные варианты написания для того, чтобы ни в коем случае не поставить ошибку, не засчитать за ошибку тот момент, который на самом деле допустим в русском языке. По нашим подсчетам, например, в тотальном диктанте 2016 года в его подготовке и проведении принимали участие более 15 тысяч человек по всему миру. Объединяет их одно, они хотят менять мир к лучшему, они неравнодушны, они любят русский язык, и вот благодаря тотальному диктанту они сошлись вместе в одной точке.